Всем доброго времени суток, друзья! Это простые, но очень вкусные гренки, которые подходят на каждый день. Для них нам понадобится всего два основных ингредиента, но гренки получаются очень вкусные и сытные. Берем полбулки хлеба, у меня круглый, можно взять квадратный, 4 средние картофелины, специи, соль по вкусу и растительное масло. Картофель мы будем натирать на крупной терке. Картофель мы уже натерли. И добавляем соль, специи по вкусу. Добавили и будем хорошенько все это перемешивать, но сильно не жамкаем, не жмякаем, просто перемешиваем аккуратно. Затем берем кусочек хлеба, ломтик, выкладываем сверху наш натертый картофель, слегка придавливаем, придавили и делаем все с остальными гренками. Затем переворачиваем стороной с картофелем на сковороду, и обжариваем на растительном масле до золотистого цвета картофеля и хлеба. И получаем вот такие вот простые, но очень вкусные гренки, которые можно кушать как с первыми, так и со вторыми блюдами и без них. Получается очень вкусно и просто.